Здравствуйте, дамы и господа. Это первое, так сказать, без комментариев, видео по обзору камеры Sony RX10. В данный момент меня записывает именно эта камера. Запись ведется в классе моей школы, и я создал для этого самые скверные условия. Во-первых, здесь темно. Во-вторых, на мне полосатая рубашка. Честно говоря, вообще сразу муар начинался на большинстве камер, которыми я писал до этого. Еще посторонние шумы из коридора и так далее. Никакого внешнего звукозаписывающего устройства не применяется. Звук пишется непосредственно на камеру с помощью направленного микрофона Sony. Вот такой. И давайте посмотрим небольшие видеокуски, снятые этой камерой на одном из фотосетов по тестам камер Fujifilm. Вся съемка велась с рук во всех режимах, которые позволяет эта камера, от автоматического до полностью ручного. Совсем, а вот на эту девушку смотрите. И там будет. Я тоже так. Хотела в комнату. О, вперед. А если вы подруги, можете вместе с ними потом.
одна маленькая деталь. Все эти видео писались не в AVCHD, как может эта камера писать, а в MP4 1440 на 1080 пикселов в 12 мегабит в секунду. И я надеюсь, людей, которые в теме, этими параметрами мне удалось удивить. А всех остальных я постараюсь удивить через пару дней. Честно говоря, я сам удивлен тем, как эта камера пишет видео. Ну и не только видео, она и снимает прекрасно. На этом разрешите раскланяться, до свидания и творческих успехов. И тут вот меня все время тянет в одну камеру, до свидания, творческих успехов, в другую, до свидания, творческих, а тут одна камера, до свидания, творческих успехов.